Проводить различные рейды для Ленинского районного ГИБДД уже стало традицией. Таким способом сотрудники госавтоинспекции стараются привлечь внимание водителей к безопасному движению на дороге. Но порой рейды, как, например, минувший, организуются, чтобы поздравить автолюбителей с каким-либо праздником. На этот раз поводом стал грядущий День защитника Отечества. Хотелось бы пожелать нашим мужчинам мирного неба над головой, хорошего настроения, любимых жен, послушных детей, чтобы дорога, как мы всегда говорим, приносила только положительные эмоции, чтобы горел у них всегда зеленый сигнал светофора, поменьше им непорядочных участников дорожного движения и побольше хороших положительных эмоций. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции в рейде принимали участие ученики Видновской 4-й школы. Четвероклассники подготовили для водителей поздравительные стихи, написанные на красочных открытках. В них ребята пожелали шоферам быть внимательнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Я желаю всем водителям 23 февраля, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Я хочу, чтобы они никогда не болели и чтобы они не попадали в аварию. Все водители, которых инспекторы ГИБДД тормозили в ходе рейда, были приятно удивлены тому, с какой целью их остановили. Такого поздравления не ожидал никто. Очень приятно было, что редкость так бывает, что остановили как бы с проверкой и поздравления к празднику. Вот в такой праздничной форме инспекторы госавтоинспекции и школьники напомнили водителям о том, насколько важно не нарушать правила дорожного движения. Будь то праздник или нет, всегда необходимо помнить. Садясь за руль, ты берешь ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других участников движения. Юлия Погосян и Адамия Елена Кошлева, Видное ТВ.